вас документы с собой. Хорошо. Следующее ваше, не переживайте. Thank you.
Ну, с утра там школу пошел. Он пришел домой, там написал письмо, чтобы он не забыл, что диплом, он сейчас едет, потом вдруг придет и ничего не помню. А вечером еще надо будет пойти на дождь еще. Так что, короче, вообще, я что-то долбался. Чего?